Пока что да. В принципе, если у вас совсем никого нет, можете сместиться метров на 300 восточнее, чтобы вот другой лес пойти, который восточнее вас. Ну, Саш поставил метку на северо-западный город. Так, собираем его. Ну, давай, ты говоришь. Извиняюсь. Стрельба! По мне стреляет, блядь! Определи откуда, с пулеметом хуярь его! Что, она-то по вам стреляет? Так точно, по мне точно, сейчас летело, блядь. Мусор на связи? Где-то с запада, с северо-запада примерно. Один, три, есть на связи? С города, блядь. Есть на связи. Или с города, или левее с города, блядь. С города хуярит, с города, трассера ну, летят. Ну а, дави вижу, его вижу. Нахуй! Под город, по дороге. Выше, парни, левая часть дороги. Да, туда, чуть выше. Давай, хуярь его. Пулеметчика направляй. Чуть ниже. Ниже бери. 4, 2 на связи. Все. Двигайтесь на базу с градами. По нам здесь отрабатывали со стороны города. А, ну я вам говорил, вы не попадали по городу. Есть. Принял. 1-3, можете на саму базу пока не заходить, просто периметр на востоке организуйте, вот на хребте здесь. Так, вижу, кажется, тихо. А да, нет. Слушаю. Я как только скажу, прекращайте огонь по городу. Окей, пока будем продолжать. Стреляйте по городу, пока тут не... Сейчас туда наши будут... Давай. Левее города бежит вверх, пулеметчик. Давай, мочи его, нахуй. Метку примерную поставил, он в кустах за... Сейчас я попробую. Шутер, слышь меня? Шутер. Да. Короче, смотри, в городе противник находится. Вас? Да.
Можешь их знаешь что сделать? Обойти, блядь, тыл и распуярить. А с какой стороны они зашли? А метки стоят. Я не вижу. В вашем городе противника. И в нашем городе, а в них выше нас, город. Север. Понял, так и сделаю. Только аккуратнее, не совывайся сюда. А у тебя нету? На уши. Нету. Пойду еще боеприпасы наберу, блин. Пулеметчик дает трассера, они уходят левее, гораздо левее, вы не туда стреляете. Давайте, давайте. Смотрите, зеленый трассер, зеленые трассера пулеметчика. Они почти на 280 ушли. В зеленку на 280 они ушли. Там двое пехов минимум было. Припас на отдавал, но... Слышь, шутер, они немножко в зеленку ушли левее туда. Понял, на тебя. По городу как... отбой огонь, мои в городе. Понял. По городу отбой, левее туда стрелять. Мусташ, они левее туда ушли, в зеленку срулили. Понял. Нет. Шутер, они, короче, левее ушли в зеленку, в твою. Понял? Ага, я вижу метку. Кто въебал, блядь? Кто въебал из РПГ? Наши? Я. Да-да, я в зеленку въебал. Понял, молодец. Сейчас еще раз дам туда же. Долетает ли? Да, прям сейчас в точку попал. Красавчик. Все наши живы, блядь. Да, живы. Козел жив. Я спущусь чуть ниже. Буду смотреть, если они будут подходить. Давай, давай. Вы штаб вызываете? Поставь на него. Проще жить. Если что, тут от ваших малашей боеприпасов хуевой тучи лежит. Скорее всего, это на востоке. Мусташ, со твоей стороны по нам хуярят, слышь? Да, 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 по нам пристраиваемся, да? Тихо, отставь туда огонь, отставь туда огонь, сейчас наши туда подойдут. Сейчас по своим хуярить, я думаю. Вот, давай, говорю, форме. Дим, живой? Все меня слышали? По городу пока не стреляйте. Живой, живой, я понял. Там наши сейчас туда подходят, сейчас разберутся, пускай чекают ее. Сидите сейчас пока в окон. Я вам там еще боеприпасов накидал на пол, блин.
Но если что, ящики стоят с боеприпасами, набирайте. Я их выкину. ГП что ли, блин? Шутер живой там? Нашел впереди. Да, я столкнулся с противником. Окей. По кому лупим? По метке. Понял. Блять, сука, ответ полетели. Противник уже к южной базе подходит. Вижу пищи. Вы там бегают. Смотрите, откуда трассера летят, блять. Из города бегают. Там наши, скорее всего. Я, да, там наши. Базе с юга к базе подошел противник уже. Они захватили западную большую вышку. Здесь хуярить вам не наш. Чё говоришь? Не стреляйте из города. Мы с города и не стреляем. По нам тут ответка летит с вашего направления. Чуть ниже вас. Не в городе, а именно ниже. Вот в этих кустах сидит кто-то, блядь. Мои идут вдоль дороги, зачищают. Не стреляй. Вы моих завалить можете. Все понял. Не стреляйте даже по дороге. Не стреляйте. Наши... Ой, то есть наши сейчас... Понял. Они типа зачищают сейчас. Дим, живой? Да. Здесь уже копы подошли к нашим. Это наши, видать, стреляют вот куда-то вниз. К нашему копу уже подошли здесь. Понял, ну гранаты им кидай, хули, если что. Парни с вашей стороны в лесу, кажется. Никрос, если что, там отступай нахуй. Ёбаного леса. Где светит? Где светит? Там противник, слышите? Вот эта зеленка внизу. Уже гранаты. Они же из-под столи хуярят. Жив. Я знаю, тут на юге. Они кажут, уходят уже. От моей позиции на 280. Это 50 против. Ебаш. Боеприпасы хуевы туч. Главное, сдержать их нахуй. Никрос, ты там живой? Нет, похоже, его убили. Понял. Санг, ты живой? Нет, их зачислили по ходорку. Все, понял. Ладно, смотрим, что у нас здесь, скорее всего, все рядышком. Я пока отступлю из окопа. Так, давайте северную часть, отступайте в город.
занимайте дома, окна и сидите там. Ром, это нам было. Сейчас патроны возьму. Побольше бери. Так, и все. Полан. Да. Вдоль дороги идет Грека. По дороге не стреляйте. Он идет на сторону базы, на базу, чтобы зачистить все кусты вдоль дороги. Понял. Но они вроде в лесочке, в нижнем, где светит фонарь. По вдоль дороги не стреляйте, там наши, короче. Я на втором этаже. Понял. Южная часть, держитесь. Бейкиллер, ты живой? Да, 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 живой. Окей, смотри на запад, запад, юго-запад тоже проверяй. Потому проверяю. Что по центру у нас уже сейчас это, нас пробили, блин. Попробуй шутером связаться. А, шутер, на связи? Да, да, да. Понял, как тебя дела? Красавчик, воюй. У нас здесь тоже поджимает, блядь. О, в зоне все нормально? Пока да. Но у нас прорыв здесь посередине, не отвечают на западном направлении, которые около леса были. Где вот светильник? Принято, мы сейчас со своей высоты в зону отойдем тогда. Город, я с тобой. Садись сюда. Занимай эту позицию. Я попробую пойду, займу этот, как его, центральный. Так, внимание, защитникам южной зоны поставил метку пехоту. Там идет примерно пол отделения, по моим расчетам. Уже близко. Уда там целое отделение. Выходит на кромку леса. Занимаю центральный. Да, пулеметчики они сняли. Слышь? Одного из прожекторов. Я взял центральный, короче, у меня здесь пулеметчика выбили. Метку поставил на себе. Мы на Урале в зону едем. Понял. Понял. На Урале в зону в нашей... Ты своим бьёшь. На пусть пулемётик по своим бьёт, повторяю. На Урале сейчас, если в зону поедут, в зоне, на Урале наши. Не стреляйте по ним. На Урале в зону поедут сейчас наши, по ним не хуярьте. Может, поменяем нам? Я думал, мы тебя уже потеряли. Не-не-не, я просто не в ту раз говорил, блядь. Чё говоришь? Убийца, просто посмотри. Всё, ладно, на зоне.
дальше. Все, принял. В зоне на рынке свои находятся. А, на свет поставили или справа окопа? Метки все аккуратно. Здесь еще окопа. Пулеметы, слышь? Вон! Опа, блядь, прилетает обратно. Вот эту можешь занять, эту, там вот лента херва туча лежит. Окей. Заберите, сейчас, подожди, здесь труп вон валяется, врага, можно рацию поднять. Это не враг, это наши, блядь. На вышках есть свои? На восточной вышке есть один свой. Западная? Западная неизвестно. Там был враг, что там сейчас. Шутер, ты как там? Держу пару человек. Сколько положил там сколько-нибудь, нет? Не знаю, вряд ли. Окей. Ладно, держись. Перехожу на другую связь. Как вы там? Нормально все? Пусто. Форан живой? Да, живой. Да, живой, все тут. Сидите, блядь. Там уже по нам хуярят. Откуда-то снизу, скорее всего. Гранаты остались. 3-2, опасные обстреливания с юга. Принял вас, окопывайтесь, держите. Два-два на связи? Кинул. На связи. На базе. Два-два на связи. Два-два на связи. Прием. Лес и города. Где дымы? Где дымы виден? Были дымы там? Где освещено? Не подходите только к этому освещенному. Мы туда гранаты кидаем и все остальное летит. Слишком рано отпустил. Да нет, со своей высоты просто видим этот больно подход к городу. Фоном с запада идут три пеха в город. С леса с этого. С запада идут три пеха. Форан, в лесу все, что двигается, это противник. Мои стоят на месте все. Я понял. На бат, собственно, то же самое. С запада весь противник идет, если что. Оборона южной базы. Если нужно, разворачивайте. Ни хрена не слышу.
И они, и мы в них. Они уже кидают. Слушай, меня здесь забрасывают гранатами, у нас уже немного народа осталось, блин. Да мы в зоне с вами, все нормально. Ладно, пацаны, держимся до последнего, нахуй. Все, пиздец, сняли. Ну, вот тут барсы подходили, я смотрю. Убьюшу кого-нибудь. Убийца Степан, засранец. Степаныч, ты тут? Бля, сейчас из записки я хер чего услышу. Ответь заранее. А вот, кого-то слышу. Ты эти, за этим писком? А, ну понятно, он с оптикой, с пулеметом. Это что было? Я выхожу спектатор, и меня давит грузовиком. Заебись. Что? Я в спектатор вышел как раз к
кто-то там был из МСТшников, что ли. Его раздавили этим БМ-21. Варш, почему не уничтожил? У тебя же была ПТшка. Да я знал, ну просто, понимаешь, я хотел их в одно место все собрать и уничтожить. А зачем снаружи-то? По мне начали стрелять, я хотел их... То есть, я хотел их все вместе собрать и одной ПТ-шкой вынести. Ну, просто я понимал, что у меня одно, надо 4. Я не, ну надо было хотя бы на территории той самой базы собрать. Ну, по мне начали стрелять, я уже поехал. Так, естественно, когда ты с базы начал выезжать, естественно, начали стрелять. Нет, я сел, и по мне уже начали стрелять. Не, понимаешь? Да ну. Да, я сел, так поэтому я уехал, так бы я бы их всех внутри поставил. Я не знаю, кто по мне начал стрелять. Дварш, тебя союзник замочил. Да? Угу, трекер. Все, да, записал. Выезжаю, IP вычислим. Ну, трекер сегодня в ударе что-то. Под ноги себе гранату кинул. Сидел, привязывался. Нет, а изначально кто по мне? Он же что ли начал стрелять? Не, изначально Барт Фокс-то его задавил. Вон, блин, там целая толпа набатов у нас в спине, оказывается, была. Вообще, конечно, блин, сильно удивлен на эту грушу этой миссии. Ну, убили дыма. Все-таки. Чем-то сделал ноунейм со стороны. А что тут написано, я троих убил, когда успел? Ну, на церкви. Одного. Одного еще, видимо, где-то. Ты почему Лерта оставил, ты мне объясни. Что, я Лерт оставил? Лерт тебе сказал, что у него противник? Да, он сказал. И почему ты в другую сторону побежал? Нет, немного не так было. Да, слушай, я в спектаторе был, я видел, как было. Ну, ты же не знаешь, когда всего это все начиналось. Короче, он сказал, что вот противника он убил, я ему сказал, я на северо-восток пойду. И ты видел, я сразу же вниз убежал. Зачем? Обходить. То есть тех противника, которые в церкви были. А как? Я ему сказал это. Он потом сказал, говорит, у меня противник. Я обратно же вернулся немного, правильно? Сел в елку, начал его спрашивать. Все, его не стало. Но я же не знаю, сколько там противников. Не, у него контакт раньше гораздо был. После контакта, я не знаю, что он тебе говорил, но после контакта ты уже убегать стал. То есть противник был рядом, по нему стрелял еще, когда ты рядом был. Да, здесь. Как я тебя забрал? Я не знаю, как ты меня забрал. А как я тебя ну забрал? Ну да, с одной стороны, красиво получил. Блин, трекер вообще красавчик, конечно. Че, всех убивает? Не, убийство у меня написано, то, что ты, потом Беккер. Не, ну он тебя убил, откинул дым и убежал, а он, блин, уничтожать технику кто будет? Я чисто этот лес подавлял. Нет, вот, видишь, изначально кто-то по мне начал стрелять, когда а я... А там метки на него, кстати, какие-нибудь были или что-нибудь? А у меня карты вообще не было. Я случайно на них, на это место напоролся. Вот на вышке шел и увидел. А, вот, ты в бункере, в этом, в окопе сидел, да? А, вот, тогда понял. Ну, вообще, конечно, трэш полный, блин. Просто полнейший. В смысле, я тебя убил. Я под конец, да. А потом меня ГПшнули свои же, походу, блин. Правильно, нечего бегать. А там эти полевые командиры все уничтожены. А непонятно, там что-то три штуки что ли убили. У Мустажа я спросил, это все полевые командиры, это вот все. КС и все КО зеленой стороны. Да, КО. Ну что, кровь все. Он тремор идет. Не знаю, сейчас. Вот это. Випы-то, випы кто в итоге-то? Кого-то випы, эти БМ-21 и все командиры с отделений КС. Все командиры отделений, все. Да, да. КС и все командиры отделений должны умереть, тогда засчитывается победа. Или уничтожить БМы? Да, или уничтожить 4 БМы, или... А зона там на севере зачем тогда? Ее тоже захватывать надо? Надо. Но там что-то совсем плохо дело. Ну, там да. Вот где Вуди бегает, там самые херовые это окопы. Под низинку нифига ничего не видно.
Ну, это кто это сподобился? Локидж там спас севера зашел. Один ёб. Конечно. Мужчин-трекер. На фан разумеется. Куда же полос уничтожил? Глуши его. Ну, не видишь. Да, Friendly Fire, конечно, удручающий. Чё, были такие случаи? Дофига. Не, на фана забрали, да? Не-не, я ему сказал в последний момент, что полз уничтожил. А, забрали. Ну его Дафман, насколько я понял. Mm. Или Дафман, или ТПшник. Забрали, Дафман. Меня забрали. А кто тебя? Не знаю. Дафман его. Да, слышки. Убийство один. Нафан союзник. Ну это ранение, значит. Убийца неизвестно. Ну Дафман, тебя Дафман собрал. Да Дафман, он глазастенький там сидит. Около тебя противник бегает, а ты его не видишь. А у вас у атаки ПНВ не было? Не. Ну были, были прицелы. И карты у некоторых не было. Еще непонятно как людям. 2015 год, да. Ну атаки с МГР у всех были. ВДВшники. Слушай, давайте поднимем про 2015 год. В 2015 году сюда бы самолет пролетел просто, и от этого ополчения тут ничего не осталось. Самолет бы сюда не летел бы вообще. Зачем? Ну, в принципе, да, тут в море вокруг. Ничего не надо. Нет самолетов, нет. И корабликов не надо. Ничего не надо. Если это. Ну, на каком на расстоянии будем говорить? 20 километров. 20 километров. Какие самолеты? Это градами залили все. Чем там у нас там? Буратино. Буратино. Да, возможно. Ну, они там на 39 километров херачат. Как это говорится, бесконтактная война, да, там? Надо. Угу. Позапускали всякой хрени, уничтожили все. Блять, пацанам бы в зону бы обратно вернуться. И опять на два. Кто кого? Идель. Да. Во в пати. Блин, трекер по своим, что ли, не понимаю. Да, ребята, а вторая игра когда начинается? Сразу же или идет? Да? Не, имеется в виду, или сначала перекур у людей? Ну, вайфер. Пока расставляется перекур. Ну иди перекури. Время. Вайфер здесь? Да, чё? Да не, я-то вот. Не курю. Я просто... Мы с тобой обменялись, что ли, я не понимаю? Ты кто? Дейл. Ну, я не знаю, я у вас с РШГ попал, да? Возможно, хуйня какая-то прилетела, блядь. Ну, я сразу... Не, я даже не увидел, как я умер. Я перезаряжал ГП, и тут я умер. Я, видимо, тебя ГП шил, наверное. Не, меня... Не-не, его в очереди срезали. Да? На кого я ГП шил, блядь? Трекер под град забрал все. Лолки, чего заберется с градом вместе? Я ящика 3 в этот лес выпустил, боеприпасов. А чё меж 712 там делают? Грады, кстати, без боезапаса, да? Угу. Ещё бы они с боепробами. Было бы охуенно. Просто со старта все самолёты разхерачиваешь и всё. Чё их тогда уничтожать? Ну, типа, по сценарию пойдёт. Через полчаса прилетит какой-нибудь боезапас и уничтожит за 20 километров все, что нужно. А, трекер подложил, видимо, что-то. Еще один уничтожил. Ну, у меня повесили. И все надо сделать, и грады все уничтожили. Зону захватить. Грады все разве? А. Да. О, к нам еще больше людей присоединил.
Да, конечно же, умер я, блин, грустно как. Бывает. Я, ну если мы попали еще как раз между церковкой и 352 высотой. Прям пополам. С обоих сторон расстреляли. Ой, этот товарищ Дафман появился, да? Дафман. Кто гранаты кидает? Дафман. Не осознал ничего. Дафман, ты что, тоже погиб, что ли? Да-да, мертвый, он в вышке лежит. Не, ну, получается, обоюдно, что ли, друг дружку? О, теперь что, подсветка, ну, подсветка видимо, убитых да. Менее темная, да, и цвет стороны? Угу. Да, он всегда такой был. О, менее светлая. Не, была вообще черная почти. Черная была, а сейчас это цвет стороны, но темная, не такая яркая. Ну, поправили. Да, прикольно так. Да вы чё, прикалываетесь? Спектатор не обновлялся уже хер знает сколько времени. Ну, это не прямо, не прямо сейчас, но меньше полгода. В пределах месяца изменить подсветку убитых, да. Потому что еще месяц назад они были черные-черные. А сейчас видно цвет стороны, какой он был. Так, темно-красный и темно-зеленый. А я вообще ничего не вижу. Кроме как зеленый. Тремор полутаться пошел, короче, в ящике. Что я делал? Я вот тут смотрю видео, но просто любопытно. Люди бьют там за 4 километра или еще что-нибудь. Но, ну, неважно, даже полтора, будем говорить. Прибор измерения скорости ветра, он измеряет ветер только у тебя, где ты стоишь. И как он, какой ветер дальше, ну, как это, ну, неправильно, если честно. Ну, понимаете, да? Ветер вот за 2 километра, он совершенно иной. И он влияет более по-другому на результат, по большому счету. А еще перепады давления над водоемами и так далее. Ну да, это известно. Не-не-не, кстати, это тоже влияет, оно все учитывается. Еще как влияет, да. Ну я вот и сразу... В армии? Могу... Я вас смотрю. О, к мустажу заходит. Нет, не в армии, а вообще. Ну, давай! Да, все. Нормально, красавчик. Сейчас мустажи свои, ё-моё. Прилетит. Ну, почти. Арлорд Кроку заходит в спину. Розовые появляются от раненые, да? Угу, потом... без сознанки. Понятно. Я это самое, к чему? А кто администратор? Может, зарубит мне еще? А то... Ну, по потерям еще столько сейчас. Ну, наверное, если его убьют, администратор. Сейчас еще одного убьют, скорее всего, может быть, уже и все будет. Ну да, наверное, до 8 как раз. А, хотя там... Ну, он сейчас Арлорд как раз ползет последним. Ну да. Там 80%, по-моему, должно было быть. Вопрос только, если сейчас мимо пробежит его. А что, один мустаж остался, что ли? Последний командир? Наверное. Арлорд сейчас из... Да он, я не знаю, его видит, не видит, не поймет. Не, если он... Нет, оттуда не видно, откуда он побежал. Не, он увидит, что он здесь потихоньку ползет. Ну, мне кажется, вафер просматривает. Не, не, не видит. Рокхаунд он точно не видит. Как... А, да как они его увидели? Видел. Как они его увидели, вообще непонятно. Рокхаунд включился, потому что на месте. А, шевелился просто? Ну, конечно. Mm. Хорош. Ой, сейчас он проснет. Не, Арлорд таких не оставляет, он добивает обычно сразу. У нас инстинкт убийцы, блядь. Уши сейчас повесит. Взял в плен лучше. Привет, Рок. Не убил его. Да, привет. Жаль, гранатку не туда кинул. А волки, волки ж пешком хуячат, смотрите. Надо было взять БМ и на нем закатиться в зону.
Надо было вам самолет там приземлять на голову. Уронить просто три подряд. Да, криками Аллах Акбар, блядь. Лол, я там один остался. Да. Нет, там еще он этот МПУшник один. Но он что-то куда-то в леса обошел. Ну, да. Там, а, не, ничего, он, у него я тактика выжидания, он просто будет ползти к зоне. Смотрите, он просто ползет. Норм. Не. Я там так ГП шел, бесполезно все. Фига, тут окопы. Прикольно. А, нет, ты там кого-то вроде убил. Да. Ну, он там вроде тропик есть, но меня просто не зачитал. Не, меня убил Вайфер. А, ну, с этой сошли. Козела тоже раньше приложила, тоже, вероятно, Вайфер. Вот. Ну, нормально. А до этого я по вам ГП шел туда, куда-то в кусты. Ну, ты да. Но ты меня забрал, похоже. Да, да, правильно. Прайда? Мы отошли. Вот я видел, да, в этих кустах кто-то ползал, блин. Накидал туда, но я видел только одного. А, слушай, Кабарс еще там кто-то живой, смотри, кто это. Смотри на них. А кто администратор? Не знаете? Никор вроде. Никор, да. А, они эту зону полностью зачистили. Молодцы. Так их осталось 2,5 чиндачкуха. Я Никора что-то не вижу. Никор! Никор! Да не, он навряд ли, может, он... он давно умер еще. Ну, вообще он кто-то на самолете тут. А, нет, нам наверное, боты. А на самолете сами залетали или боты летали? Сами. Да, блядь. А пилот, ну, один потом не залетел. Что, прыгали или. Не, назад вернулись. Да, с пилота и с сопилота не выпрыгнешь. К сожалению, по-моему. Не знаю, кто вернулся, но мы видели бегающего пилота рядом с нами. Это я был. Это нас посадили. Ну, в смысле мы, посадили? Ну, посадили за пилотов, но мы не пилотировали. Нас обыкновенными пехами сделали. А. Фарком вижу. А, ну они все в одном месте практически полегли. А можете кто-нибудь Никор покнуть? Зачем туда полез? Да уже, время уже. Да просто время да, уменьшить и все. Можно даже не. А они не успеют дойти, мне кажется. 10-15. Если только луч понесется, как не знаю, как ветер. О, мех 712 выдвинулся на позицию. Классно. Я там за холмом прятался на всю дорогу. Нормально по дороге. С облаками. Ой, да, блин, жалко, Орлорда с гранаты не смог взять. Жаль, жаль. А чё вы так вы прыгали как-то так некучно? Я не знаю, как на юге высадка была, на севере как-то все было очень... разбросано. По одному, наверное, прыгали, чтобы врезаться. Ну, один-два человека там прыгал только, и всё. Да. Какой-то организованной высадки. Вы, по-моему, больше времени потратили, собираясь. Там один самолет не долетел на северную. Вообще не взлетел, да. Да, самолет не взлетел, поэтому половина на лодках, половина на самолете выдвинулась. Кто как. Поэтому, собственно, высадки организованной не было там. Ну да, мы там наблюдали, там 3-4, может 5 парашютов там в разных местах упало. А у вас ПНВшки были? Нет. У нас там фонари были и все, и больше ничего не было. Фонари и сломай глаз называется. Даже оптики не было вообще. Хорошо ночь, безоблачная, хоть что-то видно. Потому что если бы еще облака были, вообще пиздец. А у вас много ПНВ? ПНВ не было, только несколько прицелов с ПНВ. И то там даже не ПНВ, а жалуетесь. Подсвеченные. Я
в тени под елкой лежал, меня что-то заметили с километра буквально. Ну, да. У меня тоже ощущение, что пулеметчиков были такие, типа, ПНВшные прицелы. Не, меня не пулеметчик заметил. Меня заметил товарищ с калашом, с обычным, с биноклем. С горы на нас вот хорошо приняли. Прицельное стреляние. Я не то что жалуюсь, просто спрашиваю, видать. Че, сейчас взорвешь? Это что такое? Да, че? Где? Это у меня. Я сбился тут. Если так не пугай. Триггер сработал там. Сколько там осталось вообще этих БМК? Да блин, ну вообще еще 25 минут. Ну, БМК это... все ебнули. А что еще осталось? А, зону захватить. Зона. Командира убить. Или командиров тоже всех грохнули. Не, муста же мы... Это самое. Если вы убьете последнего командира, там вам два задания и все. А, ну то есть автоматически. Да. А. Ну да, то... типа. Тут либо зона, либо мост тоже бахнут. Ну, это может, вам придется сделать одновременно, я не думаю, что это реально. Учитывая, что их 8 человек так. Осталось и... Мусташ, пойди поиграйся вот. С дверью. Пойди поиграйся с дверью, Мусташ. Ты хочешь поиграться с дверью? Не, Мусташ прошаренный, его заперли. Его вообще связать надо было где-нибудь, поставить в уголке. Чтобы его удобнее расстреливать, если что было, да? Не, чтобы не найти было его. Да его и так слышно издалека. Перевязывали здесь, смотри, как-то в этом домике-то. Шприцы разбросаны, да. Притом. Наркоманы, блин. Да. Тряпки жжем, смеемся, блин. А почему такое условие для красных не сделали, что все командиры мертвы, они проигрывают? Потому что ВДВ не сдается. ВДВ самолеты обычно взлетают. Да. У нас американские самолеты были. Это диверсия. А, американские ВДВ сдаются. И вообще мы морпехи. Нет, у нас ВДВ морпехи разве? Да, это переквалификация. Ну да. Чудо, сколько мы плыли на лодках. Да. Мех спалится. Так вот, через поле в полный рост подходить. Там плохо. Да, прям под фонарь. Нормально. Грека его, интересно, увидел? Сейчас под фонарь выйдет. А вон я, блин. И тельняшку порвёт. Грека танцует, что ли, там под фонарем? Очень много понять. Туда-сюда его колбасит. Круги нарезает. Наркоманище. Ну вот сейчас-то вот... А, там, они, смотри, они там что-то натягали под фонарь. Видишь, там лежит куча всего. Мех взял бы, блин, на пол вообще отработал. Фига тут, блин, в окопе могилка. Двое. Причем наших. А нет, не наш. У нас, кстати, так быстро все фонари попиздили. Ползи. Давай, родной, ползи. На Грека зону патрулирует, видимо. Ну, не плохо получается. Хорошо, у них чумин не было. Ночью напа сейчас того. Не стреляй, мех, не стреляй. Фонарь непробиваемый вот этот, кстати, посерединке. Это который на столбе? Угу. Чего они туда-сюда бегают? Отыгрывают роль. Да они вообще пиздят что-то. Вот один набегал. Молодец, давай, снапа. Ой, хорошо, красавчик. Напушка, ну как так? Побежал. Че, патронов не было? Сейчас он еще бота подстреляет. Что там у нас? Сейчас Орло с ним. Орло. Нормально, он ранил. Лёг на ногу. Ох, нифига себе. Без сознанку ушёл. Нормально. Мне даже показалось, он по Орло тут попал. Ух ты. Гранат кидает. Он проснулся. Да, видимо, броник словил просто. А, скотина, крыса, ненавижу. Грека, да вы там как эти, блин,
носились там, как угорелые. Нет, я-то специально выбежал, говорю, сейчас пойду пулю ловить, чтобы кто-нибудь спалился, потому что не может быть сегодня тихо. Ну и в итоге поймал. Ты, тактика. Да. Вы еще. Ну я просто не думал, что сразу умру. Думал, там ранят, а он оказывается прям в зоне. Ты бы с фаером еще. Мех, подожди, вернись, блин. Давай, 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 родной мех, смотри. Да не туда, зачем ты повернулся, дурак? Да что ты ушел туда, куда надо? Я на Блинский, ушуху, улетел. Орлор Рэмбо, блядь. Я на этой миссии норматив по киллам сделал. Поймал его, Орлорда. Видел же, а тут секунду стреляет. А, ну он шаттера почти забрал, да? Да. Ранил. Молодец, молодец. Сдавайте, сдавайте. Лолки, да. Лолки ж подползает теперь с другой стороны. Да, да. Такие точечные удары по городу, да. С одной стороны один вышел, двоих положил, а несколько... Получается, троих положил, 2,5 человек, да? Положил. Ну, 2,5. Ну, не факт, что шутер. Его он... Ну да. Ну, вот Орлорд бросил. Столько же заберет. А куда на батл ломанулись? Я не понимаю. Ну все, да, ну, я на следующем месте уже задание дам. Толкать лодку в пустыне? А чё он, топ-ден и трекер? Там патрулируют сгоревший БМ. Ну мало ли. У них ДЗ. Трекер. Вот, видишь, ГПП. Откуда там лев-то взялся? ГПшить. Это кто, МПУшник ГПшит сейчас, да? Нет, это Волки кинул. Зря спалил, конечно. Вон в Вуди спалил, да? Не слышал, не видел. Не разве у ПВшника чисто калаш. У него нет. Ну он там может поживиться на трупах. Ну это да. А вот у Локи есть. Сейчас будет. Там... Сейчас Локич еще пару раз стрельнет. Стрельнет, да. И его вся сторона будет видеть, да? А вон Вуди сейчас его примет, если не протупит. Да он же протупил, не знаю. Протупил, он его уже не видит. Он его не слышит, да? Нет, там на звук ушел. У трекера тоже экшен. А, он с IP-шником, что ли, там? Схлестнулся. Увидел. Нашли. Блин, на вас Марбас мину поставил. Мину? Там мину, блин? Коварен, блин. Он молодец. Локич, Локич. И заряд еще. А, он хочет, видимо, подорвать все сразу. Сложить башню. Молодец. Молодец. Так у него мина не взорвется, по-моему, от С4. Насколько я помню. И в окоп, 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 правильно. Смотри, какой молодец. Ну давай, молодец, сообразил. У него взрывчатка только. Смотри, ИПТшник выходит. Тихонько, не? Ай, а, он на таймер поставил. Куда под фонарь-то? На таймер, видать, поставил. Да, 40 секунд. Да, да, на таймер. Блин, ну и уходит ровно под фонарем. Ну е-мое. Он видит. А, там везде фонарь. Да, тут два фонаря. Ну, где взрыв-то? А вы где так, блядь, бесплатно полегли? Ну, мы нормально, мы там же, где ты сейчас был. Только немножко южнее направление. Да, только мы когда вышли, там было человек 30 противника, и нас человек 8, наверное, в сумме. С двух сторон нас зажали, как раз. Не было нас там 30. Ну, сколько? Ну, 20 человек точно было. Ну, там сколько сейчас сидит? Ну, 14 человек. Были напады южнее, и мы сидели севернее. Вот мы стянулись к зоне. Ну, набаты нас тоже жарили хвост в гриву. Ну, вот это... Нет. Они, походу, с этой СНСВТ-шкой были. Это не таймер. Блин, а чё он... Чё, наркоман, что ли? Да он, видимо, хочет, чтобы тот вышел и подорвался. Да-да-да. Красиво, потрясающе, молодец. Ну это было прикольно, да. Дождал, блядь, своего момента. Своего часа. А чё он делал? Чё он туда заложил? Вынес 3 града. Диверсант, блядь. Вот это понятно. Ой, ну что не видишь. Да. Все. А, не свой. Увы и ахнул пал.